Вызначили лепшых у рукопашным бои. У Гомеле завершился чемпионат в области по этому виду спорту сярод правоохранных и силовых ведомствов. И он проходил на базе спорттоварыства «Динамо». Вероника Гамзюкова ведая подробязности. Чемпіянат – знаковая подія для правоохоронних відомств. З гэтага года колькасць удзельнікаў павялічана ў некалькі разоў. Раней паміж сабой змагаліся 10 каманд. У гэты раз цэнтр «Динамо» прынёс 78 дружын і больш як 150 спартсменаў. Шанс на перамогу атрымалі ўсе правоохоронныя сілавыя структуры рэгіёна. Акрамя таго, у гэтым годзе чэмпіянат праходзіць па новых правілах. Байцам забаронена наносіць удары ў захопе, а таксама нельга біць каленам і локцем. Данный чемпіянат проводзіцца як у новым фармаце, поэтому здесь прогнозы очень сложно, потому что много новых лиц, которые, соответственно, могут побороться за наивысшие места с теми людьми, которые уже имеют профессиональный опыт. Кожное ведомство представляє команда з двух чоловік. Дмитрий Сиваков виступає за отряд міліції особливого призначення. Йон – професійний спортсмен. У минулому році став переможцем республіканського чемпіонату Міністерства внутрішніх справ, головного першинства спорттовариства «Динамо» і чемпіонату по рукопашним бою серед бойців під розділенням АМАПа. Тут всі співробітники молоді, я їх перший раз бачу. Ну, звісно, настраюся на всіх, звісно, завжди, тому що не знаєш, як пойде. Идет бой, можно и новичку проиграть. Дарэчы, гамельчане заўсёды выступаюць на досыць высокім узроўні. Ужо не раз прадстаўнікі нашай вобласці станавіліся пераможцамі і прызёрамі чэмпіянату Міністэрства ўнутраных справ. Наши спортсмены занимали ранее и были чемпионами Министерства внутренних дел, были призерами чемпионата Министерства внутренних дел, а также были призерами чемпионата Белорусского физкультурно-спортивного общества. Также участвуют на чемпионате мира, Европы, на различных видах соревнований, в том числе и панкратион. Переможцы этого турнира поедут на чемпионат Республики Беларусь, который пройдет в сакавіку. По его выниках лепшие бойцы отримают путевку на чемпионат света сярод полицейских. Вероника Гамзюкова, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».